приветствую вас. Ну, для начала надо вообще-то четко определить, что происходит. Потому что заставлять тебе себе жить не нужно, вы еще живете. Другое дело, что вы живете как бы через силу. Ну, то есть вам не хочется, например, или вы себя подавляете, вот, суета дней вас подавляет по какой-то причине. Тут нужно смотреть, что происходит, потому что, ну, так вот. Скорее, непонятно. То есть, что значит, как заставить себя жить? Значит, вы в какой-то момент, получается, оторвались от себя, оторвались от того, что вы хотите. И это ключевой момент. Какой-то, вы не прислушиваетесь к себе, вы не слышите себя, не чувствуете. Вот. Требуете от себя чего-то. Ну, в такой, да, достаточно жесткой форме. Вот. И соответственно, это нужно исследовать. Вот. Что значит теряю себя? Что значит себя теряю? Теряю себя, значит, что не делаю того, что хочу. Да? Наверное. Не прислушиваюсь к себе, да, не чувствую себя, да, наверное, вот что-то так, что-то такое, что-то об этом. Ну так, а какие причины это у вас вот, для того, чтобы себя не слушать? Подумайте об этом. Какие у вас причины для этого? Почему вы себя не слышите? Почему вы к себе относитесь, ну, вот так, скажем, попустительски? Вот. Можете ли вы себя полностью потерять? Нет, себя полностью потерять нельзя, потому что все равно вы будете чувствовать, что вам чего-то хочется, все равно вы будете чувствовать, что вам что-то нужно, все равно вы будете это ощущать. Вот. Я не думаю, что вы можете себя потерять, реально. Вот. Но переживать и страдать, да, переживать и страдать, да. Это можно, безусловно, это можно. И это вполне реально, потому что, ну вот, если вы себя не чувствуете, если вы к себе не прислушиваетесь, то, ну а как по-другому, как иначе, да? Вот, поэтому, ну, здесь просто не очень понятно, что происходит изначально, ладно. Вот, если ничего не хочется, а почему ничего не хочется, да? Чтобы, что лежит в основе того, что вам ничего не хочется? Действительно ли нежелание что-то делать, или что-то еще? Вот. Это нужно исследовать, на мой взгляд.
так вот, я думаю, можно ответить на вопрос. Такой же неопределенный, как и, наверное, ваш вопрос получился. Вот, вы только поймите правильно, если у вас эта ситуация длится уже какое-то время, то лучше было бы, наверное, обратиться к врачу, да, на предмет того, что депрессия. Но если недолго, то можно говорить о депрессивном состоянии. Долго-недолго, ну недолго это пару месяцев, недолго, а долго это год или больше. Давайте вот такие сроки возьмем. Вот, поэтому смотрите сами. Помочь вам можно, да, установить контакт с внешним, с внутренним миром, с эмоциональным интеллектом и прочее. Все это, в принципе, решается. Вот. Главное, чтобы у вас было желание это делать, и, в принципе, все. На этом можно закончить, я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго, удачи.